не 1-2, да, а несколько настоящие, несколько могли завершиться. Реал, Касильес, Мичел Сальгадо, Иван Эльгера, Рауль Браво, Роберто Карлос. Конфорт, Хави Эрнандес, Филипп Каку, Эдгар Давидс, Рональдиньо, Марк Овермарс и Хавьер Савьё. Правую бровку на Фигу, побежал вперед Мичел Сальгадо, Фигу проходит Рональдиньо. Не слишком, кстати, кто-то упорствовал, потому что есть кому заняться отбором мяча. Оставшийся там Салари, по-моему, это он. Удар. Один из тех немногих, кто совершил переход из одной команды в другую. Роберто Карлос. Кажется, он смотрел. Ты видал, а? Все хорошо просматривалось, но, конечно, сила этого удара и нацеленность поражает. Райцегер на Вальдеса, тому надо быть поаккуратнее. Он очень аккуратен, и он шикарен в этом эпизоде. Еще один для него не самый простой эпизод. Мяч. Получился у него удар поворотом, но такой. Не в обиду некоторым сказать фиговый. Сам упал. Овермарс. Видел все, Буруль, да. Зидан далековато отпускает мяч. Пытался ввести так, чтобы в три паса пройти всю чужую половину поля. А получает Барселона момент у своих ворот. Да какой! Все ли это? Нет, удар! И Вальдес опять. А это наш человек. Какой он испанец? Ну, фантастический. Сам себе создает трудности, но как героически их преодолевает. Просто шик. Перес улыбается. Действительно, что ему еще остается. И вот удар, и наконец-то гол. Ну что ж, сработало старое футбольное правило. Да, их много. Есть правило, забивай, не забиваешь ты, забивают тебе. Есть правило, забиваешь ты, забивают тебе. А есть правило, не забиваешь ты сейчас, забиваешь чуть попозже. Это уже капитал, капнуло. И теперь, конечно, игра изменится. Она по-любому изменится. И очень кстати выходит на поле Луис Энрике. Ну, здесь что сказать. Такая ситуация у ворот Барсы уже неоднократно возникала, когда мячу кажется уже некуда деваться. И вот, наконец-то, он нашел то место, куда ему некуда деваться было. Причем, а то все... не первый раз, ты прости, я тебя перебью. Да и в первом тайме это дважды было. Реал много угловых подавал, уже около десятка, по-моему. Вот. И стали разыгрывать. Ты обратил внимание, в концовке первого тайма разыграли дважды. И вот сейчас замены нет. Но вот-вот она уже будет. У кромки поля Луис Энрике. Асли. Продолжается игра. Мяч у Барселоны. Савьёла. Здорово. Овермарс. Хватали его за руку. Ну, теперь уже играть на тоненького, да, пытаться найти Хавьера Савьёлу в чужой штрафной, это пустое, что называется. Теперь надо пытаться играть первым номером, что, собственно говоря, Барса, судя по заменам, собирается делать. Это же они его издевательски приветствуют, да. Начал Реал играть по счету, а между прочим, это вовсе не так легко. И вот к вопросу об этом. 1-1. Как все быстро. Или нет? Да. Да. Да, 1-1. Великолепно. Настолько все это было легко. И да, пропали игроки Реала. Ну нет, тут офсайда ни у кого. Правда, если это момент передачи. А это момент передачи. Это грубая ошибка игроков обороны. Ну, надо сказать, что Барси и не такое сегодня сходило, а вот Реал наказан моментально. Совершенно неожиданно для многих. Тут кто должен держать? Джованни Ван Бронхорст в этой ситуации не разобрались, да? Поединок, испанская премьера. Валенсия играет в Бильбао. А пас выдал Филипп Куку, как мы не назовем его. Полностью голландский, да, такой треугольник, как у Бронхорст и Клюверт. Но Рональдиньо. И опять минут 10 первых. Знаешь, есть выражение «работа с мячом», но он сегодня много крупных планов, фигово, да, все эти его фокусы, платерские номера, все красиво, как влитой. Вот, Рональдиньо, он как рыба с мячом, понимаешь, как-то вот, не объяснишь ты словами, так по земле ходить нельзя с мячом, нет? Похоже, что да. Как плывет, абсолютно непонятно для других. Вот удар. Разминается кто-то там еще, Фигу, подача. Как? Фигу напахался в последние 2-3 минуты. Однако, смотри, берет на себя игру, тащит мяч. Не очень, правда, долго пасует Зидану тот на автомате. Да, уже последний заметил, что делает что-то не то, но было поздно. Зидан утомлен. Вот он так играет, когда он устал.
Это вот все равно, как если бы... Вот Зидан играет на предвидении, на чувстве игры очень много. А когда это чувство уходит вместе с усталостью, возникает ощущение каких-то совершенно немотивированных ошибок. О, какой момент. Игрок разобрался в ситуации. Высота мяча была вполне допустима. Он просто опередил вратаря здесь. Любимый игрок Карлоша Кейрша, Луиш Фигу. Нет, абсолютно здесь никакой не было. И опять хороший Рональдиньо. Чтобы в такой игре футболист, не упав до конца, оставил попытки сыграть в мяч, да не может такого быть. Я боюсь, что очень серьезные травмы сейчас может получить или усугубить Пуйоль. Очень хочется по моменту посмотреть. А Фигу удаляется с поля. Повторе. Вторая желтая карточка. Да, это желтая карточка, это безусловно. Минимум. Это желтая, а может быть было бы и сразу удаление. Конечно, плюс. Там довольно много пропусков. Барса держит мяч. Такая Барса как вот раз она, игра Барса. Райцегер, вот да. С пасом на Клюверта запоздал, поэтому должен решать сам. Сам не решает. Пас на Клюверта проходил, если в касание. Но тут Рональдиньо еще его прихватывает. Луис Энрике, Рональдиньо. Страшно. Такие страшно промахиваться с такой ситуацией. Хотя у Реала было очень много таких промахов. Нет, это точно. Это фантастический футболист. Это не значит, что он самый лучший. Он самый непонятный, наверное. Такое впечатление, что и нога у него становится двух-трех коленкой, да? И нет, он был самый лучший. Он при всей иллюзорности вот этого понятия и этого тела. Амбиции... Шансы выиграть хоть что-то для Реала установить. Это борьба с владением мячом сейчас с явным преимуществом в пользу Барселоны по понятным причинам. Клюверт и сам. Пуйоль. Это еще одна карточка, безусловно. Что, или один из первых. Все то, что я о нем первый раз узнал. Это было в матче Барселона-Динамо-Киев. Знаменитый. Давай еще раз посмотрим этот проход Рональдиньо, который... Там 4 гола, конечно, не забить. Набрал скорость Рональдиньо. Рауль. Очень неплохо. Разбирается великолепно Рауль. И вот он Нунес. Под удар, отскок. Ищут на победу те и другие. Блестяще играет Рауль. И хорошо играет Вальдес. У него задача была проще. Вальдес сегодня, кстати, сыграл великолепно, в смысле, что он практически ни разу не ошибся, исключая вот тот самый потерянный мяч. Если считать ошибки, исправленные им же самим, да. Если исправленно уверить, то да. Да, и Фигу, конечно, он дал пробить, не безусловно. И что опасный здесь? Момент. А это гол! Да, это, а гол. Это гол! Это победа Барселоны. А это Хави, ты считаешь, что это победа? Я все-таки пока еще не уверен в этом. Но какой парашют зашел в штрафную, а? Не случайно ведь нам не Хави показывают, а Карлош и Киев. Кейруша потом. Ты посмотри, а? Кто-то там остался. Кто-то там остался. Ну, давай восхитимся этой передачей. Да. Блестяще, что Рональдиньо сделал. Это. Две чудовищные ошибки в обороне. Главное, как все спокойно смотрят. Там же должны быть. Там же... Вот все по ниточке здесь произошло. То, чего мы и ждали от этого матча. Хави на острие атаки. Это в каком сне снилось? И фолы иной раз и в тактическом плане используют. Все-таки время-то идет. 43-21. Не смотрится это правильно. Результат на дне, что называется, особо не каплет. Потому что большой сериал, кстати, получается зеркальная ситуация. 2-1, 2-1. И пошел до конца Рональдиньо, да? Что с недобитыми голами, с моментами, которые не пошлись в голы. Не было сегодня Рональдо. Человек, который это как, да, раз, но как об раз такие-то моменты и допекает до ума. Вот в чем его большое мастерство заключается. Еще один выход. Ну, сейчас Реал должны уже убежать вперед, потому что, кстати, им счету проиграть совершенно не важно этот матч. Там уже все случаи равенства очков, они... Кстати, нет, если с Барселоной равенство очков будет на финише, то как раз это имеет. Тогда Реал не будет чемпионом. Но в этом... последних секунд... И вот он шанс. Может, так окажется, он иллюзорным бьет Рауль. Додержать уже мяч хочет Рональдиньо до свистка. Если это делает он, у него всегда есть такой шанс. Ну и все, свистим. С победой Барсу. С победой, с возвращением. Ничего другого
Соглашение по самому большому счету, наверное, да? Это великолепный камбэк, которого мы ждали долго. А просто суть-то в том, что мы выиграем по-любому. Мы зрители. На этом все. Для вас работали Юрий Розанов и Василий Уткин. До свидания. Играйте в футбол.